всех приветствуем, продолжаем наше прохождение за Рим, пытаемся захватить весь мир. Посмотрел между сериями, что мы можем сейчас сделать. И, во-первых, давайте поднимем содержание армии, содержание крепостей. Вот пока нам не нужен. И нам нужно расставить командиров, верных нам. Вот, например, неплохая. Поставим бидон. Там с лояльностью. Хорошо. А здесь тоже нам нужен командир. Вот неплохой, в принципе. Хорошая лояльность у него. Дальше, какие у нас регионы есть без командира? Так, как у тебя с лояльностью? Тут все плохо. Ну, мы можем ее подкупить. Да, остановимся на этом. Дальше. Да, нам нужен тоже командир. Вот вроде бы неплохой. К тому же он достаточно старый, то есть скоро помрет. Можем заменить нового. А здесь как дела обстоят? Вот способный вести осаду. Назначим его. Можем принудить верен, но в принципе я не вижу. А здесь и так стоит. Нормальный полководец. Итак, давайте расставлять наши армии. Во-первых, армии пойдут сюда. Эти две армии. Будем мы расставим следующим образом. Одна пойдет вот сюда. Так. Чем дороже? Эти дань платят, да? Вот. Давайте предъявлять претензии сюда, во-первых. А во-вторых, нам нужно на очистную пути. Так, эта армия у нас сюда, а вторую армию мы закинем, наверное, вот сюда показывать. Дальше. А вот эти две армии пойдут на захват Катин. Поэтому одна идет сюда. Ну, а вторая очевидно сюда. Все, и пока включаем. На скорости проматываем. Деньги, конечно, сейчас упадут у нас очень сильно. Но ничего с этим не поделать. Единственное, можем дальше застраиваться. Так, этим и займемся. А вот здесь, я думаю, стоит сделать реорганизацию. И вот эту страну мы быстренько захватим. У нее союзников нет, а претензии у нас не есть. Вот, замечательный ивент, плюс 6 стабильности. Обязательно надо брать. Кто-то помер. Ну, видимо, кто-то незначительный. А мы можем на Корсике очередную территорию забрать себе. Думаю, надо вот этого, она тут побольше населения. Просто замечательно. Давайте, наверное, сюда еще кого-нибудь приведем. Вот его, например. И через год сможем Алуку забрать, я так понимаю. Так, здесь у нас моралью армии. Здесь не восстановилось. Ну, давайте поднимем
лояльность. Торрент это я, насколько помню, юг Италии, там в порядке у нас. И давайте объявлять войну. Правда, при этом получим тиранию, но с этим не поделать. Тирания так тирания. Надо провести игры. Посмотрим, что у нас. Что не очень. А в Париже. Вот. Я. Здесь из-за губернатора проблемы в самом деле. Поэтому я бы ее сменил. Виргиния, как они у нас? Вот. Виргиния много. Да, можно ее заменить. Я думаю, можно сделать заменить на Фабию Приму. В принципе, у нас здесь все хорошо. Единственное, я бы перекрестил на симуляцию. Пока все хорошо, пусть структура меняет. Здесь, как видим, со стимуляцией уже все хорошо. Поэтому лучше тут обращать в религию. Надо религию тоже менять, потому что, если по картам посмотрим, то римская культура уже неплохо распространилась. А вот с религией все гораздо хуже выглядит. Ну что ж. Здесь наши войска идут, как раз пополняют мораль. Здесь потихоньку тоже пополняют. И, собственно, начинаем войну, а врываемся на быстрых маршах и просто штурмом возьмем этот. Не затягивать войну. Сразу же продадим его в рабство. Выигрываем войну. Идем пополнять мораль как раз. Здесь, я думаю, само уже захватит, потому что это не нанять полицию. Все, отлично. Очень быстрая война была. Сразу же заканчиваем. А вот провинция, к сожалению, тут не лояльна. Ладно. Пусть здесь идет как идет. Хотя, она незначительный персонаж, давайте ее сменим. Кого мы можем поставить на ее место? Например, вот этого. Да, местные налоги в минус. Налогов не так, чтобы много было. То он достаточно верный нам. Ну что, да, он поставил везде жестокое обращение, но зато... Но зато теперь здесь восстановится порядок. Вот здесь я бы еще заменила на член рода Клавдиев. Давайте посмотрим, как у нас Клавдиев. Клавдиев.
Вход можно поставить, Фабия. Шикарная лояльность у него. Отлично. И он порядок здесь восстановит. Так. Здесь восстановим сразу мораль. Следующую войну мы объявим сюда. Захватим вот этот кусок. И потом четырьмя армиями ударим по вот Тарзаке и по втором. Так что неплохо, я поменял губернатора. Это нам значительно поможет тут лояльность. Да, конечно, плохо, что политика идет жестокое обращение. Но менять я пока не хочу. Так, как наши северные армии? И пока еще в пути и пока еще восстанавливают лояльность. Этой надо остановиться. Ну и этот пусть месяц повосстанавливается. Отлично. И здесь все замечательно. Катинию мы тоже заберем. Здесь, в принципе, достаточно. Можем объявлять войну. Хотя делать мы не будем. И уже без тирании, насколько я понимаю, мы можем объявить. Сразу же врываемся. И не затягиваем дом на штурм. Кто у нас погиб? Кто-то, видимо, опять не значит. Две битвы выигрываем. Здесь без шансов у них. А здесь стандартно минус агрессивная испания. Здесь осталось месяц подождать, но в следующий месяц будем врываться. Одной армии, соответственно, с севера, другой с юга страны. Здесь мы побеждаем. Идем громить следующую армию. О, многократное численное преимущество поможет нам их разбить даже с низкой моралью. А здесь просто объявляем войну. Отлично. А также включаем быстрый марш, идем на столицу. А здесь идем в крепость осаждать. Сразу же штурм. Надеюсь, я успею перехватить тут. Здесь пока армия пусть потихоньку восполняет мораль, пойдем захватывать земли. Пока непонятно, где войска, где-то скорее всего в центре. Здесь сразу же тоже идем на штурм. А здесь они ведут подкрепление, но вряд ли это получится у них. Вернее, вряд ли они им помогут. А здесь осаду мы выиграли. Ставим быстрый марш и идем на следующий крепость. Да, мы полностью разбили, сейчас еще одну армию разобьем. И разбиваем армию здесь. Проходим, нужно отбить наши земли, нельзя. Давать грабить. А? И здесь тоже все складывается просто шикарно. Мы наносим
сокрушительное поражение и полностью защитить свою армию. Уничтожаем. Кстати, в рабство его продадим. А просто так. Теперь. Что касается армии. А мы воюем с этим блоком, так? Следовательно, одну армию я бы отправил сюда. А второй на быстром марше попробуем разгромить вот этот отряд. Здесь нам удается разгромить. Перехватим здесь вражескую армию. Быстрый марш можно отключить. Здесь подойдем к границам, чтобы не было ни у кого желаний идти на нас в атаку. Вот минус армии. Быстрый марш надо отключить. Пойдем сейчас. А мы не успеваем туда. Ладно. Даже на быстром марше не успеваем, к сожалению. Тогда давайте... Нет, они не хотят идти. Ну, тогда идем просто на осаду. И я заметил одну вещь. С пищей мы тут наладились, но нету излишка лошадей. Это нехорошо. Надо это исправить, чтобы получить дисциплину легкой кавалерии. Кстати, у нас здесь на село прибавилось здание возможное, но ассимиляция здесь идет очень даже неплохо, поэтому давайте на науку. Больше науки лучше теперь для нас. Потому что мы по науке проседаем, а с технологиям, конечно, вообще беда. Итак, здесь мы на быстром марше прибежали, встаем на осаду, быстрый марш убираем. И, к сожалению, через месяц у нас поменяется правитель. Кстати, кто там следующий? Полководец. Неплохо. Весьма неплохо. А я думаю, что нам стоит фабриковать претензию на Дагунию. Потому что в планах у меня вторгаться в Англию. Здесь, я думаю, можно привлечь войска губернатора для захвата. А здесь они пока пытаются отбить свои провинции, это хорошо. А мы же восполним мораль, восполним войска. И отобьем их. А, вот, на 12. Валерия Секунда очень хороша, ее мы и назначим. Ну а флот пока без командира. Там он нам не нужен. Здесь, я думаю, стоит перекрыть проход. Отлично. Без шансов у них нас погранить. Здесь мы тоже врываемся. Встаем на осаду. Очень хорошо лояльность у нас растет. Правда, мне не нравится, что они здесь начинают отбивать недостаточно быстрыми темпами. Надеюсь, что мы все же возьмем раньше. Это.
идем на перехват. Выигрываем осаду здесь. Можно ставить быстрый марш. И здесь нам бы тоже полностью разбить. Надо уничтожить их войска и уже спокойно забирать. Ладно, пусть пока войска губернатора осаждают. А еще одна армия у нас с юга войдет. Как у нас здесь дела обстоят? Надеюсь, сейчас эти 2000 мы разобьем. Уничтожим. А вот ее можем продать. 12,5 монет не лишние будут, даже несмотря на то, насколько гигантская у нас империя. От лишних денег я бы не отказался. Да, интересно, они отступают? Да, что ли? Вот эту армию надо отправить сюда. Замечательно. Обожаю этот ивент на щедрый урожай. И я думаю, для более быстрой войны... А будет неплохо взять остатных инженеров. А затем цена тяжелой пехоты нам будет взять. Отлично. Выигрываем осаду. И давайте врываться. Эту армию, я думаю, можно перебрасывать сюда. Мы пойдем следующей войной на Богемию. А в союзниках у нее бревки. То есть мы вот этот кусок тоже захватим. Лангобардия тут появилась. Но пока с ней мы не будем воевать. Потом неплохо бы Венелию захватить. Да. Здесь разбиваем врага, сейчас берем эту провинцию и, по идее, мы дальше должны. Они успели взять. Ладно, берем штурмом. И выдвигаемся сюда, как раз мы должны успеть. Не, не получают штраф, потому что крепость под нашим контролем. Здесь давайте скотине и проверим, можем ли мы заключить мир. Да, можем. Поэтому мы не будем тянуть. И заключаем его. Замечательно. Наконец-то этот кусок под нашим контролем останется. Вот тут 3 провинции заколонизировать. Можем, кстати, посмотреть. Нет где-то возможности. Ну, видимо, нет. Пока, видимо, нет. Пока здесь не очень хорошо с нашей культурой и религией. Если только перекидывать дальними путями, но мне это не хочется. Потом как-нибудь заколонизируем.
Пока давайте просто раскидаем наши войска, подведем их к богине. Отсюда армию выводим. Например, вот сюда. А здесь включаем быстрый марш и идем вот на эту крепость. Еще одну провинцию смогли заколонизировать. Ладно. Корпус здесь построим пока что. Ну, погибает губернатор. Так, вот. Очень шикарная Валерия Прима. 13. Да, ее мы и назначим, пожалуй. Правда, поставила она, честно говоря, какую-то хрень. Ну вот здесь зачем торговлю ставить? Культуривай. Замечательно. Так, это Иллирия, да? Но здесь все в порядке. Дарья. А какого-то фига. Стоит на деньги. Но это нехорошо. Вот давайте здесь лучше оккультуривать тоже. Нам нужно как можно больше земель оккультурить. До того, как мы будем вторгаться в ту же Фригию, например, потому что здесь 11 тысяч, и они будут не наши культуры. Ну, религия, правда, здесь распространена, наша достаточно хорошо, но культура-то не наша, то есть будут бунтовать очень люто, а поскольку их очень много тут, то в процентном соотношении от нашей державы это будет очень серьезный бунт. Капория. Что она тут делает? Ну, пипец. На. Надо эти 2000 разбить. Процветание. Замечательный ивент. Тоже обожаю его. И доходы у нас стали весьма высокими. Так, отсюда армия идет на осаду. Здесь мы разбили, надо сейчас вернуть свои территории обратно. Здесь опять просачивающиеся армии. Но ничего пока что мы поделать с ними не можем, кроме того, чтобы просто захватить и обезопасить, в принципе, свои рубежи. Я думаю, стоит, пока у нас хорошие доходы, поднять содержание флота. И я хочу его перебросить сейчас на север, чтобы можно было вторгнуться в Британию. А, Деметия. Угу.
А здесь как у нас дела обстоят? Ждем следующий месяц и вторгаемся в богемию. Почему бы нет? Трансальпийская Галлия. Это нехорошо. Вот он, Трансальпийская Галлия. Он кто? Он никто. Тогда мы просто дадим ему полную свободу. Ну и на этом твое правление закончено, чувак. Посмотрим сейчас. Этот популист. Здесь дана полная свобода. Вот, неплохая. Но она популистка тоже. Сделать бы ее. Вот. Замечательная. Но замечательный кандидат. Ее я и назначу. Отлично. Вот этот регион. Здесь, в принципе, все хорошо она расставила в целом. Единственное, мне не нравится Арверния. Здесь, кстати, в минус идет. Давайте лучше оккультуривать будем. Хотя бы несколько населения, ну, несколько единиц населения мы оккультурим, то должно быть еще плюс. А здесь еще еды нету. Вот оно что. Слушайте, это очень печально. Что мне с этим делать? Надо бы накопить 80. Проблема в том, что я не смогу так быстро это сделать. Мне нужно накидывать претензии. Да. Как тут в целом у нас много. Я совсем забыл, что надо же атаковать богемию. Опять будет тирания. О, боже ты мой. Так, где Арверния у нас была, я хочу в ней провести. Это Уксиладун. Да, давайте в ней проведем игры. И нам бы выиграть какую-то войну, потому что богемцам объявлять за тиранию не больно-то хочется. Вопрос только, какую войну мы можем выиграть. Так, осаду очередной выиграли. Замечательно, продвигаемся на следующую крепость. Продвигаемся сюда. Неужели за тиранию объявляют? Ну, наверное, придется. Здесь атаковали войска нашего губернатора. Но, как я гляжу, побеждают. Давайте все же богемию объявим. Хочу я затягивать. Да, получим тиранию, но зато быстрее. Быстрее объявим, быстрее закончим все эти войны и будем опять же успокаивать страну. Есть.
Я бы хотел предъявить претензии на Рептиднию. Мы победили. Прекрасно. Меня это полностью устраивает. Давайте смотреть, как у нас здесь дела обстоят. Здесь вторая... Нет, здесь полное содержание крепости было. Печально. Ну ладно. Тогда просто стоим на осаде. Эту армию, я думаю, стоит подвести. Пусть она нашу границу защищает. Ну, плюс 3 стабильности. Неплохо. И идем воевать. Так. Стоп. Обязательно нужно разбить. Опустите. Здесь вроде тоже нам удается без особых проблем разбить. Замечательно. Выигрываем очередную осаду. Идем дальше. Здесь быстрый марш отключим. А пусть пополняются войска, если что. Будем отлавливать врагов. Идем на юг. А в каких-то там провинциях будет прославленный враг, замечательно. Ё-моё, я совсем забыл. Совсем забыл, что здесь тоже бродят войска. Здесь быстрый мат почему-то у меня включен. И советник умирает. Цензор, назначим тебя. Блин. Как меня бесят вот эти их обходные маневры. Долбали. Давай-ка ты отлетишь. Здесь мы что-то захватываем. Этот сюда, что ли, отступает? Так. Потом сюда. Видимо, да, видимо, сюда. Но идем тогда преследовать. Есть. Оп. Туизарный.
вот это. Блин, здесь тоже быстрый марш. Ну, губернатор в Арморике погибает. Так. Надо опять искать кого-нибудь хорошего, с хорошей лояльностью. Вот, удовлетворенные. Блин, она тоже популист. Вот неплохая. Мне здесь продажа. Вот. Хороший кандидат, я считаю. Да, отлично. Как она, кстати, тут проставилась. Она оккультуривание. Ну, прекрасно. Это просто прекрасно. Везде идет неплохая стимуляция. Что сделать нам? Здесь преследуем, надо добить эту армию. За то, что она там грабила. Здесь мы разбиваем противников. Здесь в территории это плохо, потому что они там бродят. Да и в принципе и здесь через другие страны они проходят. Это не хорошо. Мне это очень не нравится. Здесь давайте захватим. Здесь они, видимо, отступают куда-то вот в одну из этих провинций. Идем. Захватим тут территорию. Здесь замечательно пришла Принтания. Это хорошо. Можем эту армию губернатора поднять чуть на север. А этот все сбегает. А он уходит. Он сюда уходит. Попробуем перехватить. Возможно, успею. Да, вроде бы успеваю. И давайте мириться. Черт с ней. С этой армией. Здесь вроде все. Там так много агрессивной экспансии, конечно, идет для них. Просто ужас. Захватывает, а всего ничего в провинции. Дай-ка разобьем. А здесь поведем нашу армию на новую войну. Да. Кстати, вот эти как? Они вообще ни с кем. То есть на них тоже придется предъявлять претензии на эту одну 12-1 единственный город. Реально. Здесь давайте тоже заберем. И наконец-то север Испании наш. Передвигаемся на быстром марше. Сейчас будем врываться в Тарузатию. С Богемией тоже надо будет сейчас разобраться. Правда, для этого нужна еще вот эта крепость. Но опять же, в целом все идет хорошо.
Легион. Здесь помер, да? Ладно. Давайте поглядим. Не хочется мне. Вот. Хороший, в принципе. И у него хорошая лояльность будет к нам. Храним, кстати, надо проверить. Нету ли каких-нибудь врагов в тюрьме, и нужно где-то провести игры. Южная Астурия. Пиццавоний. Да, давайте мы здесь проведем игры. И вопрос. Как я понимаю, это вот эти вот войска. Нам нужно здесь еще, ну, хотя бы 15 тысяч штук пехоты. А лучше 2 отряда по 10 тысяч. Так, я здесь где-то случайно сформировал. Отлично. Крепости. Пока эти земли нам лояльны, я думаю, стоит вот часть крепостей подносить, просто чтобы их не содержать. Тут у нас каждая копейка на счету. Нам нужно много очень нововведений принять. И здесь варвары. Этого и следовало ожидать. Вот эту армию я отправлю в борьбу с варварами. А это продолжит забирать земли. Хотя, по идее, если сейчас вот эту заберут провинцию, то можно войну будет закончить. Я полагаю. Давайте проверим. Да, хватает. Поэтому, я думаю, стоит ее заканчивать. Не будем затягивать. Не понял. Я же две страны захватил. Кто-то, видимо, опять куда-то убежал. Странно. Ладно. Крепости я здесь оставлю. Будут. Просто пусть будут. Так. Перекидываем дальше на армию одну сюда. А вторая пока пусть разберется с варварами, а затем уже на Венелию пойдем. Здесь войска готовы. Да. Нет, давайте лучше на юг. Мне не нравится письмо, то, что так убывает. Вот так. Здесь два новых губернатора. Давайте разбираться, кого мы можем поставить. Ставим ее. И Вестулию. Ну, думаю, вот этого чувака можно поставить. Так. Давайте посмотрим. Вот три города. Вот и три города. Вот, да. Ага. Ну, надо ставить здесь.
Ставить обязательно здесь по 5000 легкой пехоты. И 1 мая. Я думаю, что... Так, во-первых, посмотрим, как ситуация в стране. В принципе, более-менее. Я думаю, что стоит врываться. Они Торбели, это вот эта вот страна, не в союзе. Ну что ж, давайте повоюем. Очередная война. Сразу же на быстром марше врываемся везде. И по стандартной схеме будем брать штурмом. А здесь крепость снесли. Замечательно, я пришел сюда. Крепости-то тут и нет больше. Ну ладно, просто тогда осаждаем. Так. 900. Ё-моё, я даже не посмотрел. Оп. Я еще не туда иду. Им человек выжило. Там герои какие-то. Ладно, выйдем, пополнимся. Здесь убираем быстрый марш и будем просто ждать. Здесь уничтожим варваров. Не сюда, сюда идет. Все. И эту армию же кидываем сюда. Здесь. Трехлинейное построение. Трехлинейное построение. И уже не так все плачевно. Можно нанять еще одну армию, вот здесь так. Ну и здесь можно тоже еще одну нанять. Замечательно. Теперь здесь. Нам чуть-чуть стало получше, да, конечно, полностью ситуацию не исправила нам, но в целом неплохо. А здесь давайте осаждать. Здесь садит без нас, вот пойдем перехватим армию. Я думаю, где-то в следующем месяце там подойдут уже к немецким варварам. Что нам делать? Ну придется деньги потерять. К сожалению. Они успевают удрапать. Мы сейчас все равно поймаем. Полностью уничтожим. Прикол. Вергиниев или Валериев, или Фабиев на Клавдиев надо заменить. О боже. Вот этого Вергиния давайте заменим. Где у нас Клавдии? Да. Ладно, поставим этого, скорее всего, он нам еще сабу оборудует. Да, прикольно.
И я упустил момент, чтоб нам здесь ворвались. Выигрываем осаду, идем на следующую. Здесь нам удается разбить врагов, но на подходе новые силы. Здесь пока передвигаются наши армии. Так, этот пускай губернатор отбивает, а здесь догоним лучше армию. Прорвемся дальше. А кто опять недоволен-то? Корнелий недоволен. Слабее. О боже. Слабее как? Слабее в дофига. То есть можно вот эту заменить, в принципе. Началось-то с ним. Это же норм было. Блин, нормальных-то нет. Самое печальное. Ладно, мы значит не ждем. Блин, это 1000. Всего лишь 1000 бегает, но у нас сколько вреда может причинить? Опять голод тут идет. Это что-то померла. Только назначил, вроде молодая была. О боже. Ладно, если мы тебя назначим. Блин, неплохо. Ладно. 1 февраля. Врываем. Здесь все в порядке. Здесь ведем преследование. Так. Это не на быстром марке. Давайте ведем преследование. Здесь все в порядке, отбивает свои земли. Станем кому-то там другом. Да, пускай. Другом это хорошо. Сейчас главное вот эту птичку дурацкую поймать. Да, вроде нам это удается. Идем отбиваем дальше. Я кого-то даже разбил. Здесь давайте пик один подождем. Возможно, прорыв удастся сделать. Отлично. Эту армию сейчас мы приведем. Будем захватывать
Вардули. Также я хочу предъявить претензию сюда. Будет собрать, не отвлекаться больше на север Испании. Дальше. У нас дальше. Здесь армию приведем на юг прикрывать. Идем на шторм. Здесь, я думаю, тоже стоит штурмовать. Мы теряем, конечно, огромное количество солдат на этих штурмах. Но зато продвигаемся очень быстро на территорию врага. Здесь давайте потихонечку передвигаться. Нужно нам все захватить. А как дела тут обстоят? Убили свою землю. Здесь идем дальше забирать. Здесь еще и варвары появились. Ну ладно, пусть отступает. Блин. Вот это очень нехорошо. Надеюсь, что... Блин, неужели сейчас... Минус армия будет, похоже. Да, минус армия. Ладно, мы нанем заново ее тут. Здесь быстрое восполнение делаем. И найму тут армию заново потом. Ну давайте еще убивайте друг друга, ну ё-моё. Ладно, вот, неплохой. Он будет. Здесь идем сюда, попробуем разгромить этот отряд. Ну, видимо, мы не успеваем, да? Ладно, тогда выходим отсюда. Здесь идем дальше, на осаду обязательно. А здесь нам нужно отбить свои земли. Эту армию я отправлю сюда. Здесь идем на захват. А здесь... Ждем пополнения. И мы можем какое-то нововведение взять. Там не тяжелую пехоту я хотел взять. Способность штурма неплохо было бы взять. Очень много тратится у нас время на содержание армии. Продолжаем наше победоносное наступление. Так. Ну, конечно. Ой, Гетцы вернулись, Петион. 2-2-0-2. Гетцы вернулись, Петион. Очень интересно. Вот он, да? Да, вот темный. Поставим его командовать флотом. Правда, сейчас все равно сдохнет. Может, там хоть деньги какие-то дадут. Здесь разбиваем. Идем дальше. Сюда. Так. Здесь у нас нету, да, пока. Кем ты дружишь?
Здесь у нас есть, да, претензия. Ладно, пока вот эту армию тогда мы уведем, но вначале я хочу ей разгромить вот эти отряды. Так. А здесь ждем место. Да. И объявляем войну. Оружие ничего не возглавит, потому что мы с ними воюем. Замечательно. Идем дальше. Здесь идем на осаду. И нам нужно нанять вот эти флоты. Нужно восстановить войска губернатора обязательно тут. Вы не видите, что эти варвары возьмут крепость раньше меня? Здесь захвачен враг. Идем сразу на осаду крепости. Здесь подъем на территорию. Так, мы спустимся сюда. Здесь тоже захватываем. Тут захват идет. А, выдвигаемся дальше. Отлично. Удалось нам разбить вражеские войска. И не куда-то на юг отступать. Я думаю, стоит их догнать и не сюда. Ну, пока что мы можем, в принципе... Есть претензии сюда, например? Ой, этот останется пусть. Да, я угадал. Они идут сюда. Сейчас мы здесь уничтожим всех. Врагов никаких нет, надеюсь, что это стороне. Ходы очень низкие, это печально. Не сдох, придурок. Давай, ты должен нам денег заплатить за то, что мы тебя на должность назначили, а потом можешь сдохнуть. Так, это армия. На быстром марше идет сюда. Здесь осада выиграна, нужно отбить варваров обязательно. А здесь я вижу, он решили нас пойти пограбить. Замечательно, он успел нам дать денег. Сейчас ошибись, или нагорить там. Теперь, эта армия у нас идет. Да. Выигрываем секунду. И я думаю, что еще одну армию мы можем увести на север. Блин. Кто тогда здесь? Вот эти, что ли? Ладно. Идем перехватывать. Здесь попробуем перехватить тоже. Нет, ладно, отправляем сюда. Есть. Будем. Идем тоже осадим. Военный трибун. Кого мы можем на эту должность назначить?
Я думаю, можно вот ее назначить, у нее лояльность чуть побольше. Это значит, побольше нам политического влияния будет. Это вот только что-то не лоялен. Он из рода Вертинья, да? Он не лоялен. И планы. Стоит ли ему давать полную свободу? Даже не знаю. Отлично. Отлично. Так, а флот я... Да, содержание же флота поднял, все это отмажу. Плыли тогда отплывать в Испанию. Здесь продолжаем наши земли отбивать. Так, и сдох этот придурок, который командовал. Так, мы здесь ставим войска губернатором. И сдох придурок, командовавший флотом, да? Нужен ли нам... Может, мы какую-нибудь должность поменяем? Вергиния Валерьевна. Допустим. Ну, если только Вергинию менять. Вот этого. А на нее. Да, мы меняем. В принципе, это у нас неплохо. Не хочу я просто лишнюю должность давать, потому что если ждать, то придется жалование платить. Что нам надо? Нет. Но нам явно не надо. Нам надо разобраться вот здесь, с варварами, которые пошли захватывать наши земли. Сихур сейчас. Он сюда осаждать. Отлично. Долбали, а? Там сюда больше не привозим. Так, как у нас дела здесь обстоят? Эти все носятся. Македония теперь помер, да что сам. Кто теперь опять обделен? Ведь эти Корнелии так задрали. Нафиг вы дохнете это постоянно.
Ну и чё, и нету нормального, как я понимаю. Открой. Ну зато лояльная какая-то такая. Ладно, пусть троечка. То она лояльна. И выборы скоро. Надо объявлять войны. Пока что. Пока выборы не прошли, чтобы тирания не хапнуть. А вот мириться нужно будет уже после выборов. Это просто уничтожим кольца. Долбали они тут бегать. Здесь как дела? Ага. Если они сейчас сами придут, разобьются об нас. Ларни выводим. Стрель пока что. Хорошо. Вот в начале 1 июня объявим войну сюда. Здесь поскорее тут захватят. Это сделаем. Война. 1 июня. Отлично. Фризи эти русские. Ладно. Объявляем войну. Отлично. И давайте посмотрим, во-первых, здесь. Как-то это. Здесь вопрос. Здесь тоже пока фабрикуют. Ладно. Тогда пока захватываем. И скрываемся. Зальпийская Галлия. Кервалерия, да, бунтует. Ну вот, в принципе, неплохой кандидат. Да, думаю, его и надо. Ну что ж, я думаю, на этой ноте мы можем заканчивать серию. Очень неплохо расширились, да, по времени отыграли не так уж и много. Но зато расширились. Взяли весь север Испании, Галлию практически полностью взяли. Германию захватываем. Хватили тут себе территорию падения. В принципе, все складывается неплохо. Я думаю, на этом серию я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.